КНДР провела новое испытание баллистической ракеты. О ее запуске сообщили в Генштабе армии Южной Кореи. По данным военных, ракета преодолела расстояние около 500 километров в сторону Японского моря. Информации о типе вооружения пока нет. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин уже созвал срочное заседание Совета безопасности страны, а Япония предложила обсудить запуски ракет КНДР на саммите Большой Семерки в Италии.